Приветствую вас, дамы и господа, у себя на кухне Ассорти про еду. Сегодня, как всегда, с вами Виталий. И сегодня блюдо, можно сказать, китайскому Новому году или китайскому празднику. А может, просто вы захотите приготовить эту вкуснятину, когда хочется. Можно так просто сказать. Короче, быстрое, вкусное и очень интересно. Поехали! Для этого я возьму креветки. Чем больше вы возьмете креветки, тем будет вкуснее. Вам креветочку нужно взять вот так вот и разрезать вот так вот наполовину, но не до самого конца, чтобы у вас получились вот такие вот две вот такие вот частички. Вот так вот вам. Вот так. И нарезаем креветочек. У меня их будет 12, чтобы поместилось на небольшую тарелочку. Поехали. И нам еще понадобится сладкий картофель. Его надо мелкой-мелкой соломочкой нарезать. Я для этого беру такая вот китайская у меня приспособина. И я ее так вот, оп, смотрите, и потом вот это вот так вот разделяется, она получается вот такая вот мелкая-мелкая, видите, макаронина. Вот так вот. И вот все, и вот этот вот я здесь вот так вот навалю. Так, добавляю вот так вот маслица на сковородку. Еще немножко, вот так вот. Примерно 3 столовые ложки. Чеснок. И вот, вот примерно вот эту вот кучу вот этого чеснока. Вот так вот наполовинку. Наверное, чуть-чуть больше. Вот так вот. Вот так. И вот этот вот чеснок обжариваем на небольшой температуре до коричневого красивого цвета. Вот до такого состояния обжариваем чеснок. Не ори. И вот сейчас вот это все вот сюда вот так вот с маслом. Вот так вот. Выкладываем. Вот так выложили. И сейчас вот это вот все перемешиваем вместе со свежим чесноком. Для полноты сюда запахов нужно добавить немножко соли, устричный соус. Сахар и немножко черного перца. Вот так. И все это хорошо перемешать. Немножко, примерно пол чайной ложки соевого соуса. Вот так. Легкого, не темного. Вот так вот, одну чайную ложку, можно еще немножко разведенного крахмала. Крахмал сделал соус, пока он еще теплый. Запах. Собираем дальше. Берем наш сладкий картофель и вот так вот красиво укладываем вот так вот. Одну за одной. Вот так вот креветочки. Вот сейчас вот сюда вот наверх
мы берем нашу, наш соус и вот так вот красивенько везде, со всех сторон. Вот так вот. Лимонного сока вот так вот, вот поверх, вот так вот немножко. И сейчас вот эту вот тарелочку я отправляю в пароварку на 10 минут. Как такие у меня креветочки небольшие, в принципе 8 минут тоже вполне хватит. И вот такой вот, ребятки, красота получается. Вот так вот. Красный чили перец. Вот так вот. И зеленый лук. И вот сверху вот так вот раскаленным маслом. Ребятки, креветки с чесночным соусом на подушке из батата готовы. Прошу к столу. Закуска королей. Это просто обалденная. Смотрите. Она красивенькая. А? Разве вам ее не хочется укусить? Здоровья. Настолько нежная креветка получается в пароварке. Настолько мягкий чеснок. Он именно вот с обжаркой. Это не сказать, что столько чеснока, значит, он прямо хух, пылающий. Нет, его так вот больше половинки, но он так мягко проходит именно с маслицем. Лимончика вот чуть-чуть надо побольше немножко выдавить. Можно даже еще перед тем, как ставить на стол, вот сейчас в конце чуть-чуть кислиночки вот этой вот добавить, и будет вообще the best. Ребятки, к праздничное блюдо из китайской кухни от Виталия принимайте, голосуйте, помогайте каналу. Огромное вам спасибо. О помощи я от вас, конечно, надеюсь, придет помощь. Это в лайках, да в подписочках. Огромное спасибо тем, кто на меня подписан, что вы смотрите мое видео. Я вас буду радовать не только китайскими, а еще многими вкусными проверенными рецептами, ребятки. До новых встреч. Пока.